Привет, народ! Сейчас я вам расскажу, как очень быстро отрезать идеально ровные плиточки на таком станке. Станок, конечно, не идеальный, но пилит очень хорошо. И под 45 градусов пилит. Вот, сейчас покажу вам. Вот керамогранит, под 45 идеально отпилен. Без сколов, без ничего. И остается маленькая фасочка 2 мм. Сейчас фокусируется. Вот, видно, да? Без сколов, без ничего. Ну, сейчас речь не об этом. Сейчас я вам расскажу, как, в принципе, любой формат можно идеально запиливать. Чтобы там не смотреть на диск, куда он войдет, как будет пилить. Смотрите. Ставим гипсокартоновый лист. Ну, можно какой-то другой лист, я использую гипсокартон. Вот. Берем и диском пропиливаем сверху немножко. Вот видите, пропил такой, да? И он, в принципе, виден. Вот. Дальше, чтобы нам идеально отпилить плиточку, вот, мы делаем заметки, да, какой размер нам надо, и выставляем вот в эту прорезь. Все. Диск у нас идет, ребят, вот прям вот сюда, в нашу меточку. И выходит он вот здесь, четко прям. И все. Получается идеальный рез, прям в миллиметры. Формат можно любой так выставлять. Потому что, ну вот, некоторые новички мучаются там, смотрят на диск, чтобы он попал диск в метку. Может, чуть-чуть уведет куда-то вправо-влево миллиметр. А здесь явно видно, куда приходит диск. Все, все четко, все классно. Вот. Если будут вопросы, задавайте по этому станку. Вот. Дисками пользуюсь D-Star. Вот. Сейчас под 45 градусов использовал диск на 200 миллиметров.